шире ноги поставь. Да, получу, ты ближе ставь. Паша, осторожно, Паш. Подожди, Леня сломался. Леня сломался. Так. Застряли, они застряли. Их надо просто толкнуть. Это какие-то начинающие, да? Давай. Паша типа тянет, да? Смотри, он имитирует. Отлично. Ну реальные бугаи, да, там сзади? Поехали, поехали, газу, Паша. Посмотри, какая красота, просто спасенная Октавия. Сейчас будет опять оффроуд. Хорошо тут, конечно, в лучах заката, да? Что там горит, что-то? Где горит? Трава. Опять? Сейчас бородач проедет, потушит. Трава горит. Держись, держись, Вован, держись. Я помню, что держу. Нет, тут безопасно все. Перегрузили, кажется, машину. А где Леня потерялся? Паша, Лени нету. Леня пропал. У него ремень слетел. А что это у тебя за кнопки? 3, 1, 4? А? Кнопка передач. Да ну ладно. А ну переключи. Так какая там? Вторая или... Третья или четвертая? Сука! Крутой разлив получился. Это капец. Что, на шишиге ты так не смог бы? Нет, не смог. Да смог бы. Да, еще лучше. Я бы уже заглох там. Да не, ты ж после капиталки. Так, тут немного неровная дорога сейчас будет. Влево, влево уходи. Да? Не совсем везде. Где? О, вот наше любимое место. Приготовиться к водным процедурам. Немного облил нас суровый бородач. Вечером вообще шикарно просто. Одно не пойму, это разливается или постоянно вот так разлито? Так когда как? Где-то после дождей так. После дождей немножко, наверное, добавилось тут разливчик. Ну вот наши следы сегодняшние. Пока прямо лупанем там, где не доехали сегодня. Тут
серьезное место. Жестко здесь. Вот тут самая глубина. Ух, копает. Тяжело. Чуть не сели. Не мог, да. Круто едет. Андрюха, вот такие мосты тебе нормально подойдут. Клиренс будет. Да. Они ж понижены сильно. Так, вот тут мы еще не были сегодня, сейчас попробуем. Но дорога есть. Дорога есть, идем. Глубокое место и выход. Класс. Класс. Идем хорошо, держись, Вадим. Какие-то пробитые квадриком или чем-то небольшим, видишь? Идем, идем, идем. Может влево, Паш? Пробита дорога. Круто идем. Как в Камбодже, слышишь, блин? Такой вид с кабины. Не, ну круто, круто, круто. Вот так сверху это все выглядит. Да, да. Идем хорошо очень. Идем, идем, дорога есть. Дорога есть. Дорога есть, погнали, не очку. Потихоньку просто. Где слева дорога? Да нет, там глубоко может быть. А они соединились вот. Так. Да вроде нормально, там две дороги так и идет. Не, я хотел поехать, но мне казалось, что Залупас может не проехать, блин. Еще зимой. Да не думай, едь нафиг это думай, блин. Никого не слушай, едь прямо. Подожди, я очко надо. Подожди, слепой хочет пописать. Так, пошел разворот. Но ориентир, смотри, до крайних деревьев почти доехали. Вот поворот реки, чтобы нам в следующий раз знать, куда можно, куда нельзя. Вот такой разворот шикарный. Дорога знакомая, там одно глубокое место было, очень глубокое. Колесо, наверное, ушло полностью. Паша пробил дорогу, можно кататься. Ну тут и летом хорошо должно быть, не до сухо. Приедешь? Правда. Прячься.
интересный маршрут. Да, хорошая дорога. А вот самое глубокое место. Бампер ушел. Хватает клиренса и мощности. Очень жестко. Самое глубокое место. Колесо полностью, да, уходило? Бампер, да, погружалось в выхлопной. Там может правее, левее не так глубже быть, не так глубоко может быть. Можно осторожно. В сторону. А. Тут тоже глубоковато. Пар пошел. Очкуют, видно, газы там открыли, чтобы испарялось. А что вы люк открыли? Очкуете или что? Суровый дядька, да, этот на унемоге? Суровый, блин. Они люк открыли, это, наверное, оттуда. Какие закат, какой обалденный, Вован. Опа. Просто сказка. Не, ну места шикарные, там вот дальше можно ж бить дальше еще дорогу. Там, я думал, что там не скучные, знаешь, есть, да это вообще не помню. А там ты еще не был. Вот там маршрутик, где можно внедорожником и твоим, и моим ехать. Сейчас мы поедем туда, если Леня приехал. Направо поедем, не? Или Леню заберем? Давай Леню пойдем заберем. Ну или в следующий раз туда. Вот так. Вот это хороший маршрутик такой нормальный, да? Тут даже летом будет хорошо. Да, Саня? Что? Поменяешь цепи, поедем, маршрутик хороший, говорю. А? Легко, говорю. Да нет, там ты не проедешь, мне кажется. Или переплывешь. А куда он едет? Да, хер его знает. Да проедем, едь нормально, не очкуй. Да, да. Да не, проедь. Ну попробуй потихоньку, не гни. Потихоньку попробуй, не газуя. Да, сейчас сядем, за... да медленно попробуй. Да вытолкаем, не бзди, давай. Да только что же Октавию два бугая вытолкали. Два бугая же Октавию вытолкали. Я им палочки, они мне. Так, ну, хорошо идем в лучах заката. Уверенно. Не спеша, но уверенно. О, блин, класс. Такая тут, стоя на кузове. Подержаться. Андрюха не поехал второй раз, говорят, руки уже без подготовки не держат. Слабак. Слабак, да. Ну, Вован заряжен на борьбу всегда, да, Вован? Да, да. Ну, бухай здоровый, посмотрите, бицуха какая-то. Ну, реальный Арнольд. Ну, слепого от такой прогулки вообще нельзя отогнать, да? Так. А что ты не снимаешь? Память закончилась? Рук не хватает. Ну да, лучше не снять и остаться в кузове. Чем снимать?
чем снимать марафон. Так, ну. Да. Хорошо тут. Бородач! Все, запотела камера даже. Падла! Давай зимой уже, когда лед будет. Ты посмотри, блядь. Подожди, я камеру вытру. Курва! Курва жаба! Стой! Кто-то выйти хочет, подожди. Ой, блин. Зверюга просто, ну что? Не человек, а просто... Просто... Леня едет, ждем Леню. Что там, нормально? Налилось в ритузы, нет? А, тут и зашторен нормально. Что, ты сухой? Леня мне едет. Мне понравилось, такой душ, блин. Так, Леня не проехал. Ну, было непросто. Так, бородач. Красиво. Так, унемог опять показывает пилотаж. Поехали быстрее. Ладно, иду. Хоть бы, блин, не утонуть тут. Ой, тут глубоко! Такой закат сегодня. Финиш оффроуда. Просто бесподобный день. Впереди бородач на унемоге. Что-то они там генеральную уборку затеяли. Леня. Леня борется с троением, или с шестерением, с пятерением, наверное.
Сейчас, подожди, Леня, чтобы не застрял. Давай, залазь. Не будем снимать или что? Стой, стой, бородач! Стой! Я ж тебя фотографировал! Остановись! Сюда, давай. Сюда, смотри. Да, на сосок становишься? Да на сосок не надо, на сосок больно будет. На гайке по колесу. Так, бородач угомонился. И это только первое впечатление на самом деле. Угомонится он еще не скоро, да? Этот жесткий парень бородач. Слышь, знаешь, как можно сбрасывать обороты? Ему видишь шноркель? Шапочкой раз прикрыл и все. Я боюсь, что может засосать шапочку. И тут просто лужок заливной, да? Немножко мягкими местами, но едет. Алёня здесь с нами. Лёня застрял. Паша, Лёня застрял. Что-то он не проехал, а назад выскочит. Может не за ним выехать. Выехал. Запорожец едет? Бежевый? Или красный? Красный, как Феррари? Это знак. Бородач, к тебе едет навстречу Запорожец, это знак. Бородач, остановись. Какой-то джипер начинающий, видно. Ну да. Смотри, как валит. А вот Запорожец дрифтил. Это его следы, наверное. Так, бородач. Хочет все-таки найти место, где у него застрянет, но пока ему это не удается. И, правда, старается плохо. Мог бы и постараться. Алене там привет? Думаю, да. Привет, джиперы! Продаете красную машину? Нет. Чего? Ему не продавать. Могу только поменять. На телефон? Нет, машину на машину. Ключ на ключ. Ключ на ключ. Надо поменять это все залупазы, собрать со всей Украины. Все, что остались на ходу и не на ходу. Давай по траектории залупаза проедь, хоть не очкани. Не осрами. Не осрами. Там, где залупаз накопал, ты застрянешь в любом случае. Видишь, манит его красная машина, не хочет удаляться, бородач. А, чтобы я не отвыкал, да, или что? Леня едет. Стой, стой, стой! Постой, Леню подождем. Он знает. Идет, 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 красавчик. На третьей передаче еду. Забыл, что на третьей передаче еду. Клюет. Вот, вот. Он рыба. Слепой рыбак. Что, может еще раз проехать, Саня? Да им 3 дня жить еще тут. Давай хотя бы до килограмма и потом поедем. Тут надо все это болото перекрыть. Так что мы за лопатой, помнишь, мы говорили? Когда-то мы в ручье в пуще, Саня, бородач бомбой щуку выбросил, да. Охренеть. Стой, чем-то его пошевелить.
машину, Вов, кинем его в машину. Надо щучка, его бегом. Это кто? Паш, с уловом тебя! Можно, глянь, наварить, бери быстрее. Нифига себе. Блин, слышишь, ты на рыбалку можешь. Щука в натуре. Щука. Откуда она тут? Или судак. Да нет, судак тут вряд ли. Щука? Да. Прикольно. Ядрёна кочерышка. Вот так вот, блин. Вот при помощи этой машины даже спиннинг не нужен. Ловим. Больше нету? Помой ее вон, там где мелко. Не, где мелко, вот это. Она уплывет. Тут уплывает. Тут посильнее, чуть. Ну, давай, Иван. Помой с ними мы. Спасибо. О, давай. Торба будет все равно, потому что... Ну, если она тут плавала, что и торба будет? Мы здесь глубину тут сделали. Давай Мериндо угостим. Будет интересно. Смотри, какую щуку поймал я. Покажи еще раз. При желании. Вставляй палец, Руслан. Давай. Пустите ее. Загадай желание, дам дураков палец. Хай живет. Все, да, кидай. Хай живет. Так, опускай ее, помой, помой, покажи нам сначала ее. Смотри, щучка, как она здесь жила, так вот такой. Одинокая такая. Одинокая вряд ли, но. Посмотри, тут что-то есть. Тут, наверное.